хорошие, наконец-то мы выбрались хоть в маленькое путешествие, и это недалеко от Вроцлава, такой обалденный, большущий ботанический парк, сад. Здесь много всего интересного и вкусного, называет он арборетум. В общем, погнали! Возле самого входа можно купить рассаду для своего огорода, сада. В общем, здесь очень много цветов, которые не везде можно найти. Так что, садоводы, берите на заметку. Платный вход, нормальная стоимость 15 злотых, со скидкой 10. В общем, вот такая вот здесь касса, очередь. Большинство людей уже без масок. И вон сама схема всего этого парка. Okay. В общем, при входе встретили нас, продекомпостировали нам. Ой! Билет, обязательно дезинфекция рук и, в общем, пошлите гулять. Мы взяли с собой велосипеды, но, к сожалению, здесь, на территории парка, на велосипедах ездить нельзя, только ходить с ножками. При входе сразу туалет, кафе. Интересности начинаются тоже при самом входе. И мне больше всего бесит вот такое вот поведение людей, которые разбрасываются масками. Пошлите. Возле деревьев вот такие вот обозначения. Это означает, что можно ходить и слушать рассказы в наушниках. В общем, при входе можно купить такую штуку. Я так думаю, но я не знаю, где это. Мы не обратили внимания. Какой аромат здесь стоит. Это космос вообще. Здесь есть даже зона пикника. Вон там жарят. Весна – это пора, когда все расцветает, и в такие парки стоит ехать. Вон вдалеке паркинг, он очень большой, он и очень большая территория самого парка. Поднялись мы на самый верх этого парка, а здесь такое вот интересное, в общем, явление. Дырка в заборе, и будет продолжение этого парка. Ящерица местная. Легкий труд подниматься наверх, на вторую, не знаю на какую гору уже в этом парке, но здесь очень большая плантация черешень, и сюда можно приезжать и собирать, и есть бесплатно. Пока вы смотрите на белочку, поставьте класс, поставьте колокольчик, чтобы не потерять следующее новое видео, которое выйдет совсем скоро.
И не забудьте комментарий. Мне это очень важно и будет очень приятно. Спасибо. В этом парке очень много всяких дорожек. Обувайте обувь комфортную, удобную, без каблуков, потому что, как видите, есть разные дорожки. Также здесь очень много разных скамеечек, на которых написана какая-то история. В общем, очень атмосферное место. Можно посвиданничать, подумать. В общем, что хотите, можно на этих скамеечках делать. Замечательно просто. А вот такая вот живность здесь водится. Из этого всего мы видели очень много птиц. Мышку видели. Ящериц видели. Здесь есть такие вот интересные приспособления, которыми обрабатывали раньше землю. И невероятные виды. Это словами не пересказать и видео мне не переказать. В общем, очень здесь красиво. В этот день была замечательная погода, целый день. Правда, гремело, гремело и гремело, и вот в конце дня начался ливень. Просто стеной стоял, но запах от мокрой травы, от цветений очень, очень и очень классный. В общем, стоит в этот парк идти и в дождь, и в солнце. В общем, одним словом, круто.